обсуждала, чтобы участвовать. Я дала согласие, но потом в итоге так получилось, что я все-таки решила, что мое творчество в театре и профессиональное это важнее, чем телевидение. У меня были спектакли, я думала отказаться от спектакля или пойти на телевидение. Конечно, я выбрала свой спектакль. И, честно говоря, этот проект мне, мягко говоря, не очень нравится, потому что так откровенно Москва, а Питер как бы совершенно непонятно где остался. Это тоже возмущало, хотя Илья Вербух обещал, что никаких не будет таких прям откровенных оценок, что будет как бы за Москва за себя, Питер за себя, оценивали каждого человека отдельно, и правильник сказал, что очень заслуживали это все, очень как-то. Я считаю, что все-таки балет не нужно так вот прямо в шоу-бизнес пихать. Это все равно очень элитарно, очень не для всех. И не думаю, что нужно это в массовый ход так вот пускать. Пускай это останется для сугубо такой культурной и интеллектуальной публики.